Привет, привет! Сегодня у нас четверг и будет розыгрыш очередной игры на канале Цистерна Цефал, в ВК-группе Цистерна Цефал, везде Цистерна Цефал. Игра называется Heroes Age. Вот и ее видосик идет. Это что-то вроде как Diablo Slasher, рогалик, инди, экшен. Вот написано, ролевая игра. Ну, графика немножко другая, не совсем как в Diablo, естественно. Но отзывы очень положительные и, в общем, очень положительные. Так, что нам для того, чтобы сделать розыгрыш, необходимо? Необходимо перейти... Сейчас мы здесь звук убавим, вернее, остановим вообще. Перейти сюда, где у нас, собственно говоря, были репосты, и скопировать адрес ссылки, да? Вот у нас здесь сделано 12 лайков поставили и, как обычно, 10 репостов. То есть, два человека как бы автоматом выбывают. Они не сделали репост. Поехали на розыгрыш. Видите ссылку на пост розыгрыш? Окей, вводим. Нажимаем «Получить участников». Должно быть 10 вроде как, да? 10. Окей, хорошо, 10. Теперь необходимо поставить ссылку группы. Группа называется у нас вот так вот. vk.com/cisternacefal. Проверяем, кто у нас состоит. Все 10 человек состоят в группе. Окей, поехали дальше. Сколько у нас игр разыгрывается? Одна, то есть победитель может быть только один. Нажимаем один и нажимаем определить. И сейчас мы узнаем случайного победителя. Так, это Дима Черненко под номером 2, который у нас участвовал. Я поздравляю с выигрышем игры Heroes Age. Огромное спасибо за участие всем остальным. Ребята, не отчаивайтесь, все будет хорошо. Еще игр у нас много впереди, и шансы как бы у всех велики. А победителя я поздравляю. Просьба написать мне ВКонтакте и оставить свой адрес в Стиме. Соответственно, чтобы я мог скинуть игру на ваш Steam аккаунт Дима Черненко. Еще раз поздравляю. Завтра у нас будет объявлена следующая игра, следующий розыгрыш. А на сегодня все. Всем удачи. Всем пока.